Обидно, проиграли. И может тут нечего сказать. Жалко, конечно, что проиграли. Так матч получился интересный вроде. Забросили только одну шайбу сегодня. Невезение в атаке? Ну да, где-то есть уже. И с Витязем тоже забили один гол. И с Динамо тоже там мало забиваем. Последний матч почему-то. Где-то, может, маленько не везет, и надо добавлять в реализации момент. Из-за большого количества травм сейчас у нас меняется звенья команды. Вот тяжело, когда сочетание вот так вот постоянно туда-сюда меняется? Ну, может быть, где-то тяжело, но ничего, мы все друга знаем, быстро стараемся привыкать в ходе игры друг к другу. И когда есть удача, я думаю, со всеми можно будет играть в напарниках. Команде хватало эмоций? Показалось, что много эмоций отдали в игре с «Московским Динамо» в предыдущем? Да вроде нормально, хватало. Ту игру уже забыли, старались на это настроиться. И здесь отдавать все эмоции, силы. Вроде нормально было все. Силы перед поездкой остаются? Да, конечно.